Всем привет! Вы на канале «Крым глазами местных». Привет, дорогие друзья! Приглашаем вас сегодня на феерию бала хризантем. За нашей спиной уже то самое красивое поле, где цветут очень-очень много красивых цветов, осенних цветов, которые разбавляют этот день своими яркими красками и притягивают огромное количество зрителей. Вы уже смотрите, как вот, смотрите, да-да, вот как пчелки роятся люди над цветами. Да, и сегодня как раз самый пик цветения. Я смотрю, ковер, ну, не хватает только квадрокоптера, ну уж простите, нельзя. Да, поэтому начинаем смотреть, начинаем гулять. Как всегда, для вас сегодня цветы от Юляшки. Буду на коленках ползать, снимать для вас. Лучшие съемки цветов от Юли. Да. Ну и, конечно же, мы не можем не упомянуть про наш календарь, который уже продается вовсю. Уже половина партии продали, так что успейте. На сегодняшний день, сегодня 6 ноября, готовимся к праздникам всем. Вспоминаем, что у нас есть родственники, подруги, друзья там и всякие прочие, кому сестры, братья, кому можно подарить прекрасный подарочек. Этот прекрасный календарь из Крыма. Заказать можно на Авито, доставка бесплатная в любой регион России. Формат А3, шикарная бумага, удобное место для записи, например, пометочки делать себе. Ну и, конечно, с указанием того места, которое расположено на фото. Начинаем нашу съемку с видового балкона на весь этот красивый, шикарный хризантемовый ковер и на всех людей, которые здесь начинают гулять. Приезжают целыми экскурсиями. Людей достаточно много, хотя сейчас еще где-то в районе 11 утра. Поэтому, что называется, дальше будет больше. Надо бежать скорее снимать. Ох, какие картины, смотри, Юля. Обалдеть. Вот это красота. Вячеслав, воодушевился, да? Ну, нереально классно, смотри. Ну, красиво, красиво, конечно. Перо очень красиво, оно мне нравится. Прям искрится, 3D такой формат. Камушки, а вот смотри еще, горный пейзаж. Интересно. Ой, интересно, сколько много, почем они? Красота. Так, по ценам такие работы стоят. Самые большие картины по 4000, 3,5 есть, и маленькие 1500 стоят. Очень такие объемные. Вот это вообще 3D, тут смотри. 3D-шная, да. Класс. В общем, кому надо, милости здесь просим. Здесь большая выставка, да. Так, ну а мы заходим в этот пчелиный сад, только вместо пчел. Люди. А там были еще настоящие картины, посмотри, девушка рисует, очень красивая, там набережная такая шикарная, в таком в осеннем цвете, серо-теплом таком, очень красивая. Ой, ладно, надо работать, смотрите, сколько цветов, ой, я не могу. Юляшка ныряет в океан хризантем, ждите меня через 3 часа, да? Фотозона. Так, я с тобой. Подожди, пока не ныряй. Давай пройдемся просто вот так вот общую картину покажем. Сейчас пойдем, просто пойдем. Прям махровым таким выглядит, да, ковром? Слушай, ну это, вот честно говоря, намного круче, чем выставка тюльпанов. Ты больше хризантемами воодушевлен, да? Смотри, да, тебе даже наклоняться не надо, они на уровне пояса. А если подойти к Эрмитажу, который вот белый, это самый высокий сорт. Посмотрите. Это, да, он, по-моему, он был королевой бала, по-моему, даже неоднократно, если не сомневаюсь, ну, права, если я. Но он выше меня, да. Я переживал, что из-за ветра ялтинского тут все поздувает. А здесь... Нет, как раз все красиво. Пойдем я, туда я прямо. Не знаю, пойдем, Вячеслав. Пройдемся. Это очень красиво. Вот это люблю. Сейчас вам покажем общую картинку, а потом Юляшка Седьмое небо. Постарается поснимать каждый понравившийся цветочек. Наверное, все подряд будет снять нереально. Но здесь очень их много. Ну, посмотри. Очень красивые пчелки, еще сидят осы всякие. Смотри, как красотка. Не, я начинаю работать, Вячеслав. Все, Юляшка не выдерживает. Пока-пока. Пригрелась здесь вот такая оса. Сидит, держится за свое место и не хочет уходить.
Начинаем пока с крупноцветковых. Волшебная флейта. Вот мне под руку попалась такая красотка. Розово-сиреневых тонах. Слегка кудрявая. Очень красивая. Сорт рандеву. Такие солнышки яркие. Гигантский сорт Эрмитаж, самая высокая хризантема, представленная на выставке. Очень нежная расцветка, предрассветный аюдак сорт. Частично с розовинкой, а в центре такой больше желтый, с оранжевым, что ли. Очень красиво получается. Вот еще такой сорт Дилана Роса. Очень милый и кудрявый сон в облаках. Такой нежный, воздушный. Тоже пчелки любят такой цветочек. Давайте поохотимся. Нет. Очень яркий, но сдержанный цветок. Сорт называется Василий Лановой. Как вспышка яркая, такой спайдер бронз. Брейтнер крим. Действительно, вот такой кремовый, очень красивый оттенок, как кремушек. Пахнет вкусненько, аромат очень такой приятный. На некоторых цветах сидят пчелки, такие пьяненькие-пьяненькие, они вообще даже практически не шевелятся. Ой, смотрите, паучок попал в кадр. Я его не видела изначально, вот сейчас увидела через камеру. А некоторые пчелки очень резвенькие такие летают. Видимо, аромат определенно действует на насекомых. Интересно. Такие закрученные лепестки. Некоторые хризантемы стоят без таблички. Может быть, они где-то в другом месте еще представлены. Мы потом подойдем, посмотрим название. Но вот это очень красивая такая. Цветок такой плоский, да, в одной плоскости расположены все лепестки и закручены к серединке. Симпатичный, очень. Яркий, большой. А рядышком в моем любимом цвете зеленые хризантемы. Так, заглянем, что там он внутри. Класс. Так, здесь у нас куча паучков разных цветов. Малиновый. Дальше будет золотой. С другой стороны сейчас подойдем, посмотрим другие цвета. Сорт Бакарди Перл, тоже очень такой высокий, пышненький, но цветочки уже мелкие здесь пошли. Но они таким ковром красивым смотрятся, просто обалдеть. Смотрите, как здорово. Сорт Фиолент, достаточно мелкие цветочки, но стебель высокий. Помню с прошлых годов все хризантемы, но название, конечно же, не запомнила. Вот эти вот очень классные, крупная серединочка.
розовые, такие нежные. Очень красивые цветочки. Очаровательные глазки. Прям действительно, как будто раскрыли реснички вокруг, да? Глаза раскрыли, такие ресницы вокруг нарисованы. Очень красиво. К моим любимым малышам. У меня разные виды такие. Я обожаю Калимена Минти. Смотрите, они маленькие, ну, какие, как шарики, да? И в разных цветах есть. То есть здесь вот такие немного с мятным оттенком. Дальше идут сиреневые. Потом оранжевые. Блин, это так красиво. Вообще выглядит пышно. Выглядит одним таким махровым ковром. Как будто игрушка такая, знаете. Очень красиво. Это была Калимера Пинк, это Калимера Оранж. Ну, шикарно просто. Что за ряд Калимер? Все одинаковые, только цвета сейчас. И Калимера Лобстер. В таком цвете, видите, лобстером назвали. Очень интересно. Если бы не было написано. Пуговка израильская. Очень интересный сорт. У него лепестки при определенном падении солнечных лучей как будто неоном отдают. Не знаю. У меня такое впечатление. Бегу издалека, вижу свою любимицу, бегущая по волнам. Это, наверное, одна из моих любимых красоток. Просто какие-то космические цветы. Обожаю их. Потрясающий, очень яркий, такой закрученной серединкой сорт «Золотое руно». Потревожили мы пчелку немножко. Весенний рассвет на Домбайсу. Тих, смотрите, какой красивый, яркий. Сорт «Юность». Сорт Шир Пепл. Очень такой крупненький, красивый, закрученный. Мы с тобой здесь уже проходили. Цвет очень насыщенный такой. А вот невероятно милый сорт, называется Сказка. Смотрите, какие они, как будто глазки такие в серединке, да? Очень необычный, как будто прическа. Сорт Корса, небольшие, но такие с остренькими концами лепестков, интересные. Сорт Белянка, такая слегка неряшливая, на мой взгляд. Может, ее взбодрил ветер, не знаю. Выглядит сразу как букет, смотрите, здорово. Сорт Алиса. Очень пышно смотрится, очень красивый. По-моему, я к нему подходила уже, но не нашла в этой пышной массе цветов название. Вот она, где табличка спряталась, глубоко где-то там. Еще один из моих самых любимых сортов. Это вот такой, ну, мелкоцветковый, но стебель высокий. Капучино называется. Просто шик, обожаю его. Знаете, похоже на десерт, когда
как же называется, забыла. Крем-брюле, по-моему, который сверху подпаливают так, специальным огоньком, да, чтобы такая образовалась корочка. Вот это вот напоминает. Просто нереальная красота. Сорт Белла. Сорт Николай Багров. Владик тоже он тут. Сорт Ялтинка. Вот такая красоточка местная. Сорт Малиновка. Смотрите, какая у нас позирующая птичка. Ты кто такая? Ты кто такая красотка? А, она ест этих пчел, ловит тут. Ничего себе. Сегодня моя мама. Привезли ее сюда тоже полюбоваться этой красотой. Она, по-моему, ни разу не была на Бали хризантем, на тюльпанах была. Здесь пониже такие коврики. Запахи так переплетаются. Очень классно. Ну, конечно, привлекает внимание больше вот такие вот пышные мадемуазель. Круто вообще. Я, конечно, цветы комментировать не умею, но думаю, общую атмосферу вам передам. Мне кажется, это самый пышный бал. Мы вот были уже на многих. Сколько мы уже, лет 6 подряд, а то и больше. Ездим, снимаем для вас выставки. Ну, это прям, я не знаю, она божественная. Золотой паучок. Ладно, давайте теперь по каждому цветку пройдемся. Сорт Кацивели. Сорт Пико Экзота. Очень прикольные, мелкие, но смотрятся прям шикарно. Россыпь такая. А это все насажено, уже привезенные. Сорт Дели Стар Йеллоу.
средний по размеру цветочек. Такой темно-желтый, насыщенный. Ryan and Pink. Очень такой симпатичный, нежный. Лепестки тоненькие. Такой прям воздушный. Розана Шарлотта. Невероятно потрясающая Анастейша Йеллоу. Анастейш много есть. Есть пинк, есть файт, по-моему. И грин, по-моему, есть. Сейчас будем искать. А в таком светлом, светло-розово-желтом цвете просто Анастейша. Рядышком притаилась Анастейша Грин. Но этого селекционерам было мало. Они еще придумали Анастейша Дарк Грин. Вот она, темно-зеленая Анастасия. Да, чуть более темный зеленый цвет. Прикольно. И еще Анастейша Дарк Бронз. Цвет прекрасный просто. Объемный такой цветок. И Зетка Бернштейн. Вот такая желтая яркая солнышко. Букетом вдоль тропинки расположилась. Сорт Иван Заберин еще полностью не расцвел, но вот когда полностью расцветет эта клумба, с ним будут вот такие красивые огромные цветочки с толстыми лепестками, кудрявыми. Такой жирненький, хороший. Сорт Белый Феникс. Селекция НПС. Зембла Бразил. Сорт Чита. Практически белый, но слегка с розовиночкой. Это видно вот по нижним лепесткам. С нижней стороны они как прорисованы розовым карандашиком. Слегка придают оттенок такой. Достаточно высокий сорт. Почти с меня ростом. Сорт Золотая Монета. Тоже такой яркий. Очень красивый. Солнечный такой. Интересный. Из невысоких. Смотрите, какой закрученный золотой эльф. Полный цветочек, очень много лепестков. Табличку не нашла в зарослях. Пока просто любуйтесь, такой шикарный цветочек. Ты меня фоткала, а тебя я не фоткала? Следующий сорт Антонов называется. Тоже высокий такой. Крупный цветок. Вообще в этом сезоне, я смотрю, были очень благоприятные условия. И хризантемы все так вытянулись. По-моему, прошлый год они были такие более низкорослые. Но в этом, видимо, было тепло, хорошо. Они тянулись все так в полном соку, знаете, как в полный свой рост показались. Сорт Балтазар.
апельсиновый шар. Королева бала 2012 года. Скоро зима, и я представляю вам вот такое ледяное кружево по-ялтински, да? Сильно льда у нас не бывает, но вот на такое я согласна смотреть подольше. Очень красивый кудряш. Как будто на окнах узоры, да? Ледяные такие, морозные. Вот такое у нас крымское утро цветет. В начале ролика я вам показывала предрассветный аюдак. Ну вот где-то там же и крымское утро. Бабуля! Ну, конечно же, не забываем ставить лайки этому видео, делиться с друзьями, показывать эту прекрасную красоту, это великолепие. И, кстати, вот этот сорт называется 5 звезд. Лорна Дун Салман. Вот такой интересный сорт. Пока еще в бутоне. Он такой, не знаю, темно-оранжево, с коричневинкой, с бордовинкой. Потом раскрывается, становится желтым. Но серединка все равно темная. Очень красивая, как с подпалом таким. Потрясающе. А вот так вот мама моя посещает бал хризантем. Говорит, я потом у вас посмотрю каждый цветочек у Юли, да? Я пробежала быстро-быстро. Я вам покажу, может, сынок, это я быстро-быстро пробежала. Сняла. Сейчас еще покажу. Давай. Я люблю вот так. Но, говорит, нету кровати. Ну что же, много засняла? Много. Как тебе бал хризантем 2024? Я уже говорила, что это вот, не побоюсь этого слова, наверное, лучший на, за все вот года, когда мы ездим снимать. Очень значит, красиво. Значит, наше мнение совпало. И я еще заметила, что в этом сезоне, видимо, очень благоприятные были условия, потому что хризантемы все высокие. Ты заметил? То есть даже те, которые были вот прошлый год, я помню, были не очень условия. Некоторые были низкорослые такие, стебелечки маленькие. А тут повымахивали такие огромные. Тут даже обычный Эрмитаж самый огромный, а там еще встречались и Антонов вырос большой, там еще что-то. А Вячеслава не было? Вячеслава нигде? Не было. Вячеслав, Вячеслав, ты вот назови свою хризантему. Вот там вот есть новые сорта, которые можно назвать? Мне кажется, имя Вячеслав не для хризантем. Королевский шедевр, вот такой ярко-желтый. Селекция Никитского ботанического сада. Рядышком сорт Магдалена, тоже селекция Никитского сада. В этом сезоне и космическим братьям тоже выросли. Я говорю, удачные условия природные были в этом сезоне. Яркие, крупные, большие. Шикарно. Выставка в этом сезоне, не побоюсь этого слова, не знаю, наверное, одна из самых лучших за все года. Королева бала 2015 года Милка Пинк. Интродукция МПС. Вот такая сиреневая. С нижней стороны лепесток более светлый. И поэтому издалека кажется, как будто он покрыт инеем цветочек. Просто шикарный. Так, рядышком тут расположились два сорта. Первое свидание, селекция НБС. И за ним сразу 1 сентября. Вот так вот. Как вам такое? Сорт «Лимонное озеро», тоже селекция НБС, похож на паучка,
сорт. Только тут намного крупнее сам цветок в диаметре получается. Тоже такой яркий, крупный, солнечный такой. Квартет. Селекция НБС. Ох, лапки потирает. Сейчас поем наконец-то. Еще одна красивейшая селекция НБС — тополиный пух. Посмотрите. Ну, нежнятина невероятная. Прям букетом. Бежала издалека вам показать такие кудряшки шикарные. Пусть всегда будет солнце. Королева бала 2018, селекция НБС. Ну, просто же красотень. Посмотрите, какой он. Слегка такой ветреный такой весь. Милый. Еще один ярко-желтый, такой лохматый сорт Wonder Yellow. Красавчик. И такие милые коротышки я нашла. Лавизет сорт называется. Совсем крошки. Сантиметров, ну, 20, наверное, у них стебель. Может, даже местами чуть больше, чуть меньше. Но примерно так. Очень красивые, яркие. Для такого стебля достаточно крупный цветок. Сорт Диана. Очень притягательный такой, мне понравился. Сорт Эскорт Рот, Королева Бала 2011 года. Красавчик Спайдер Йеллоу. А вот красотка под названием Ялтинская юбилейная. Селекция Никитского ботанического сада. Кстати, Ялтинка тоже была в каком-то таком более темном цвете, да? По-моему, в бордовом. Мелкая. А здесь сиреневый. Сорт Белый пудель еще не раскрыл свои головешки смешные. Пчелка вот потирает свои лапки, думает, как же пробраться в серединку. Никак, закрыт цветочек еще. Сорт Аленка. Люблю еще сорт Аленка Салман, пока его не встретила. Ну вот в таком розовом цвете тоже хорош. Так, пока готовится кофе, потому что уже надо передохнуть немножечко, уже укачивает от этих цветов. Рядышком стоит такая большая клумба, здесь еще хризантемы без названия, они пока еще здесь все идут под номерами. Это новая селекция, это все новинки, которые впоследствии будут как-то называться, да, поэтому многие участвуют и дают название, на бумажечках пишут, да, допустим, вот номер А95, можно дать название ей. Вот такая красивая. Пока она просто хризантема, садовая гибридная форма. Вот, по идее, вы можете назвать, как захотите. Хоть Юлией назовите. Хоть еще кем-нибудь. Вот. Каждый год представляются новые селекционные какие-то сорта, новые гибриды. Так что работа просто шедевральная сделана. Во-первых, того, сколько новых сортов каждый год появляется. Старые сорта, которые хочется смотреть и наблюдать каждый год, ну, я просто вселенскую благодарность посылаю сотрудникам НБС за то, что я сегодня и, в принципе, каждый год вижу, да. Это просто нечто сегодня. Просто благодарю от души. Да, друзья, даже сотрудники Никитского ботанического сада немножечко в шоке от такой красоты, которая в этом году подарила им природа, ну и, конечно же, работники Никитского ботанического сада. Низкий им поклон, спасибо за селекции, за вот эту вот всю красоту. Да, я не устаю благодарить, потому что это сегодня что-то какое-то невероятное, я вижу. Так, ну и для актуализации, сегодня 6 ноября,
Бал обещает быть до 24 ноября, но главное, чтобы не пошли сильные дожди. До 24 ноября, в принципе, можно успеть. Многие еще не распустились даже, тут но бегуди, их ковры. Мало. Ну, а я говорю многие, да, некоторые не распустились. Некоторые не распустились, в основном сейчас прям в своей массе, в полном цвету, просто шикарно. Вот мы специально никогда не приезжаем к открытию заранее. Или заранее, ну это просто... Ну, зачем так делать? Потому что самая красота начинается чуть-чуть позже. Вот именно сейчас. Было открытие 28 числа октября. Вот мы сегодня 6. И до 24 ноября будет почти месяц. Так что добро пожаловать. Посмотрите, друзья, сколько много новых цветов. Они здесь просто огромным пышным разноцветным букетом разлились по территории клумбы этой. Да, просто огромное количество. Посмотрите. Какая роскошь! Это все новые сорта, новые гибриды. У меня просто глаза разбегаются, честно, не знаю, что и сказать. Просто колоссально. Работа невероятная. Я, честно, сейчас в таком шоке нахожусь. Посмотрите. Так можно идти. Вот я просто иду и снимаю. Это все вот сорта разные. Пчелки выбрали. Друзья мои, нашла мою любимую малышки зеленые додж. Вот такие кругляшики, симпатяшки. И рядышком такая же зеленая хризантема бомбер грин. Тоже класснючие. Кажется, ну зеленые и зеленые. А зеленая хризантема звучит, да? Круто. Ну, рядом, конечно, тоже очень много еще всего красивого. Вот такие тянут Fireworks Cream. Свои лепестки тонкие, трубчатые тянут к небу, к солнцу. Все головочки, смотрите, в одно направление смотрят. Красотки. Сорт Соло, селекция НБС, шикарный. И еще зеленые малыши, фроги, лягушата такие. Сорт Лекси, это новинка, интродукция НБС, шикарная, буду за тебя голосовать. Огненная просто, это знаете, вот огнище такое вот. Мой маленький топ на сегодня. Хотя сегодня все топ, очень сложно выбирать. Я вот ходила, то это буду голосовать, то за это буду голосовать, то за это. Ну вот все, вот это мне запало в душу на сегодняшний день. Боже, посмотрите на эту красотку. Николина, селекция НБС. А, вообще, мелкие. У меня сегодня фавориты мелкоши. Просто шикарные. Расцветка такая необычная, прям ржаво-оранжевая с темно-бордовым. Шик просто. Друзья, бал хризантем – главный праздник года. Долгожданное и незабываемое событие каждой осени в Крыму. Этот бал проходит ежегодно, начиная с 1953 года. Представлено в этом году 43,5 тысячи растений, 460 сортов. Бал хризантем – это покрывающая землю сплошным ковром, мелкоцветные дубочки и роскошные, точно сошедшие с росписи японских кимоно крупные цветы. Белые, желтые, оранжевые, фиолетовые, кремовые, пятнистые, даже ярко-зеленые. Одни напоминают мячики для пинг-понга, другие похожи на сверхновые звезды, третьи выглядят как скромные ромашки, а четвертые – вылитые баллонки-растрепы. А еще покажут 18 королев балов хризантем, которых выбирали с 2007 года. Все, кто придет в сад в дни выставки, смогут принять участие в выборе королевы и принцессы бала 2024 и предложить свои названия для новых видов хризантем. Эту статью я прочитал из официального телеграм-канала Никитского ботанического сада. Подписывайтесь, друзья, на наш телеграм-канал и на телеграм-канал этого райского места в Крыму.
Я надеюсь, мы передали атмосферу этого праздника. Конечно, цветов. Каждый цветочек не получилось заснять, даже не каждый сорт, потому что тут просто какой-то миллион сегодня не алых роз, а миллион разноцветных хризантем. Да. Просто шикарно. Я еще раз повторюсь, это сегодня топ, просто топ бал хризантем за все года, которые мы посещали. Я просто ошалел. Я просто рекомендую настоятельно руки в ноги и бежать сюда, пока эта вся красота здесь вас ждет. Ну, а с вами были Крым глазами местных. Юлия и Слава из прекрасного Никитского ботанического сада. Всем пока, до новых встреч. Пока. Пока.